Книга – главный символ года литературы. Обеспечить доступ всех жителей области к изданиям – главная задача текущего года. Об этом на пресс-конференции в Саратовской областной библиотеке заявил министр культуры региона. Светлана Краснощекова озвучила план мероприятий года литературы. В Саратове пройдут мастер-классы, встречи с писателями, литературные гостиные, обзоры книг и конкурсы, направленные на продвижение чтения. Также с целью развития читательского интереса у горожан будет организован буккроссинг. Выдача книг и периодических изданий пройдет в сквере перед театром оперы и балета. 2015-й – это еще и год юбилея Великой Победы. Поэтому особое место займут мероприятия, посвященные ветеранам, поэтам и писателям-фронтовикам. Также знаменательному событию будет приурочен и 28-й Собиновский фестиваль. Безусловно, 15-й год для нас важен как год литературы, но еще самое главное событие, которое произойдет в этом году, это, конечно же, 70-летие Великой Победы. И я уверена, что все мероприятия, практически, которые будут в это время проходить и в Саратовской области, и во всей Российской Федерации, безусловно, главным посвящением это будет 70-летие Великой Победы.